23 января 2012 года. На вручение премии «Своя колея». Москва, театр на Таганке. Петр Толстой, телеведущий. Даже самым известным, талантливым и заслуженным людям страны группа экстремистов отказывает в праве поддерживать Путина и иметь свое, отличающееся от интернет-болотной публики, мнение. Владимир Высоцкий, певец. Досадно мне, что слово «честь» забыто и что в чести наветы за глаза. Профессиональная этика. Фотограф Вячеслав Прокофьев.